и давал присягу служить своему народу. Гордился тем, где я служил. Сейчас не стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы. Всем привет! Белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет. Всем привет! Я сжигаю себя, не ищи драмы, я, наверное, я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа.